Следствием арабской весны стал исход из Северной Африки. За год число принятых в Евросоюзе заявлений на предоставление убежища выросло с 303 тысяч до 335. Большинство тех, кто ищет укрытие в Европе, уроженцы Афганистана, но быстро растет число сирийцев. Глава Европейского центра поддержки беженцев доволен тем, что им оказывается гостеприимство. «Я вижу тенденцию к вложению все больших сил и средств в процесс предоставления убежища», — сказал Роберт Виссер. «Европарламент принял новый пакет об убежище, который станет основой для общесоюзного законодательства. Я уверен, что после этого страны-члены ЕС приложат большие усилия для его осуществления и включения в свои национальные системы». В июне евродепутаты проголосовали, в частности, за сокращение срока рассмотрения заявлений на убежище до 6 месяцев. В опубликованном в понедельник докладе Центра поддержки беженцев говорится, что после афганцев больше всего таких заявлений подали россияне. С 2011 по 2012 год количество граждан Российской Федерации, запросивших защиты в ЕС, выросло на 32%, достигнув 24 280. Возможной причиной такого притока в докладе названы ситуация в Чечне и других северокавказских республиках.